Здравствуйте, друзья, с вами Кузнецов Дмитрий. Этот ролик об одной глупенькой такой курочке, вернее, диалоге с глупой курицей. Пытался спокойно с ней поговорить. Вы опять сам с собой разговариваете? Да пытался ей сказать, что, дорогая моя, ну, как тебе объяснить, что это не сам с собой, что... Это просто я говорю то, что ты не хочешь слышать, то, что тебе неинтересно слышать. Вот если бы я блеял, мычал, тогда бы ты считала, что это конструктивный диалог. Ну, извращенное понимание термина, да, у человека. То есть вот заточена бестолковка у нее в одну сторону, как у многих ее коллег. И вот она долбит. Ну и, конечно же, пытается мне пристыдить. И голос, вот этот вот голос монотонный, как будто она и Рым, и Крым повидала, уже такая вся. И уверенность в том, что я отдам. Кстати говоря, Эверест затух. Ну вот этому ролику уже месяц, наверное, по-моему, это крайний с Эверестом. И точно, Эверест меня уже не долбит. Это были шестые по банку открытия. То есть по банку открытию шестые коллекторы. Ну, не знаю, я уже на эту тему говорил, что где у них там мониторинг ситуации, как-то анализ клиента, я не знаю. Ну ладно, давайте послушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Эверест», старший инспектор Волкова Кристина Викторовна. Все разговоры записывают. Скажите, пожалуйста, Кузнецов Дмитрий Евгеньевич, это вы? Да, я. Беспокою вас по поводу вашего долга перед финансовой корпорацией «Открытие». Да нет, вы ошибаетесь. Я не беспокоюсь нисколько. Наоборот, комфортно себя чувствую. Вы меня не беспокоите. Вы меня радуете. Вы снова будете разговаривать с вами с собой, да? Нет, я с вами разговариваю. С вами? Тогда позвольте, я скажу. У вас финансовая корпорация «Открытие» по вашему потребительскому кредиту имеется долг, который вы не можете погасить уже на протяжении 739 дней. Я сразу ошибки буду поправлять ваши. Слово «не могу» не подходит, не хочу. А почему вы не хотите погашать свой долг? Да, знаете, по той же самой причине, по которой люди не хотят выбрасывать деньги в никуда. Дмитрий Евгеньевич, вы подписывали кредитный договор. Совершенно верно. Вы были согласны на все условия кредитного договора. У вас имелись обязательства перед кредитным договором. Напоминаю, что у вас было главное обязательство соблюдать свой график ежемесячных платежей. Ну, максимум, что я вам могу сказать, что вы меня пристыдили, мне стыдно. Дмитрий Евгеньевич, вам должно быть стыдно. Да, мне стыдно. Это уже хорошо. Угу. Дмитрий Евгеньевич, так я не услышал, на каком основании вы отказываетесь от погашения долга? А я же объяснил, на том простом основании, что я не идиот, чтобы отказываться от денег, от собственных, которую зарабатываю честным трудом, в отличие от банка, ну и в отличие от коллекторских структур. Честным трудом, чувствуете, да, разницу? Деньги с воздуха, либо человек честным трудом зарабатывает. Работаете официально, Дмитрий Евгеньевич? У меня бизнес свой. Дмитрий Евгеньевич, все ваши отказы не обоснованы. Вы являетесь... Как это? Нет, вы опять договора. Ошибаетесь. Я уверен, что вы ошибаетесь. Вам не нравится мои объяснения. Дмитрий Евгеньевич, не хочу, это не основание. Нет, это вы не хотите слышать. Свой долг. Вас не устраивают мои ответы. Нет. Вы мне сказали, что вы не хотите. Но вы не принимаете мои ответы. На ветер. Но вы не свои деньги ответ. Взяли в банке, а вы взяли деньги ответ. У банка. Хотите, будем говорить то, что вы хотите слышать. Давайте будем говорить. Нет, Дмитрий, я хотел бы с вами честно поговорить. Зачем мне? Ну, честно. Вот я говорю, не хочу. Дмитрий, куда честнее. А он вас не устраивает. Человек вам говорит человек, честно. Да, Дмитрий Евгеньевич? Я абсолютно разумный, да. Разумный, умный человек. В отличие от коллекторов, кстати, 800... А что мы коллекторы сделали? Да вы делаете, а не сделали. Ну, а что же мы делаем? Информируем вас о том, что у вас долг имеется? Нет, но если бы вы только информировали, то наш разговор бы уже давным-давно закончился. Вы пытаетесь выяснять что-то. При том, при всем, что вот эти ваши выяснялки незаконны, так как на основании 230-го федерального закона, а именно статьи 9, кредитор, основной кредитор, обязан был меня уведомить в официальном формате, либо под роспись мне вручить, либо заказным письмом. Дмитрий Евгеньевич, вас не заявляли по месту регистрации, вам высылалось письмо. Я его не получил. Возможно, более того, у вас
адрес регистрации Дмитрий указан неверно. Возможно, у вас изменился адрес? Да, это доказывает лишь только... Нет. А почему вы в банк не предоставили новый адрес регистрации? Нет, он не изменялся у меня. Нет, он меня не изменял. Действительно, вам отправлялись по улице Доблести, дом 20. Глупость, полная глупость. Давление. Полная глупость. Это доказывает то, что вы работаете не по договору, а вы работаете посредством информации, полученной с биржи должников. Но вы, операторы колл-центра, не можете понимать, как вас... Вы понимаете, какие глупости, да, послушайте вы сейчас говорите. Информацию. Я вас слушаю каждый день. Каждый день ваша информация не меняется. Дмитрий, ну, а почему она вы как меняться? Разговаривали сами с собой, так и разговариваете до сих пор. Да, нет, вы просто имеется не слышите то, что вы хотите. Имеется законодательство Российской Федерации, Дмитрий Евгеньевич. Да, имеется кредитный договор. Вы да. сами должны понимать, я думаю, вы понимаете. Законодательство что в конечном не только итоге вы все равно будете оплачивать свой долг. Нет. Либо по суду, либо в добровольном порядке. Если бы была у нас возможность с вами поспорить, мы бы это сделали. Ну как вы думаете, если человек три года этого не оплачивает, что должно измениться? Три года без каких-либо последствий человек не оплачивает. Уже скоро... Вы думаете, просто банк забудет об этом, просто просить нет, вам долг, существует... подарит вам эти деньги? Да, уже это произошло. Уже это произошло, нет, барышня. Нет. Ну нет, почему нет? Ну есть срок исковой давности. Какой? Слышали об этом? Да, 203-я статья. Дмитрий Евгеньевич, какой срок исковой давности? Я думала, вы умный человек. Я серьезно так думала. Нет, вам Дмитрий лучше не Дмитрий Евгеньевич, перечитайте очень внимательно. Срок исковой давности вот начнется с сегодняшнего дня. Когда мы с вами поговорили. Не, ну 203-я статья перестала существовать. Вот сейчас я запишу комментарий, и с сегодняшнего дня начнется срок исковой давности. Три года еще не прошло. Я вам завтра позвоню, завтра заново начнется. Дмитрий Евгеньевич, вы когда читаете законодательство Российской Федерации, читайте внимательно. Вы перебираете закон. Дмитрий Евгеньевич, я поняла, что памяти у вас нет, и информацию вы воспринимаете неверно. Я фиксирую вам информацию. Отказ от оплаты начинает исчисляться после того, как должник признал свой долг. Понимаете? Дмитрий Евгеньевич. Я признал свой долг, подписав кредитный договор. Это было в 2014 году. Дмитрий Евгеньевич, вы неправильно воспринимаете информацию. У вас, кстати, в информации а судить вас будут не потому, как вы считаете, а по законодательству. Ну, буду поэтому ожидаем. Давайте реализуем вот эти ваши угрозы. Я не буду больше тратить на вас свое время. Ну, зачем вы это делаете? Вы ясно. Информацию я зафиксировала для банка. Ничего вы не фиксируете. Всего вам доброго. Вот аппаратура срабатывает, вам нужно со мной. Ну что ж, друзья мои, я позволю себе немножечко вашего времени потратить на комментарии. Ну, в частности, наверное, многим что-то непонятно с СИДом, так называемым, аббревиатура срок исковой давности. Есть 203-я статья, да, которая четко и однозначно гласит вот о чем. Течение срока исковой давности прерывается совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга. После перерыва течения срока исковой давности начинается заново. Время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок. Какие-то вот комментарии к этой статье, пожалуйста. В комментируемой статье предусмотрены основания для перерыва срока исковой давности. В отличие от приостановления, перерыв исковой давности связан волей должника при наличии предусмотренных в законе оснований. В таких случаях давностный срок прекращает свое течение, а после отпадания указанных оснований начинает течь снова. Другими словами, время, прошедшее до наступления прерывающего обстоятельства, не засчитывается в срок исковой давности. Этим перерыв существенно отличается от приостановления. Специфичные основания, вот здесь очень важно, для перерыва, к числу которых закон относит предъявление иска, то есть, поясню, срок исковой давности прекращается, если есть официальная претензия, ну, естественно, иск. То есть, если вы в течение срока 3 года не получили иск от вашего кредитора, все, на этом дело закончено. А также, второй момент, признание долга самим должником. То есть, грубо говоря, обстоятельства должны сложиться так, что вы должны прийти к своему кредитору и подписать, что вы должны. И вот с этого числа, с этого момента
опять исчисляется срок, начинает исчисляться срок исковой давности. И следует иметь в виду, что перечень оснований перерыва течения срока исковой давности, данный в статье 203 ГК РФ и иных федеральных законах, не может быть изменен или дополнен по усмотрению сторон или не подлежит расширенному толкованию. То, что вот это вот сейчас нам курица пыталась доказать, да, утверждая, что вот она якобы считает теперь, что срок исковой давности вновь начал исчисляться из-за того, что она мне позвонила и напомнила о долге. То есть, если уж следовать ее логике, это должно было произойти именно как? Я должен был прийти к ним, либо они ко мне, там, с бумагами от кредитора, с документами, подтверждающими их полномочия. Я должен был взять и подписать новый документ. Новый документ о том, что я действительно признаю долг и такой-то и такой-то. Вот, в этот момент все, 3 года пошли вновь. В нашем с вами случае, да и вообще в случае многих людей, а вот это, кстати говоря, комментарии относятся к предыдущему ролику, если вот вы посмотрите предыдущий ролик, да, вот четко будет комментировать, где там один слишком умный перец утверждал, что они подождут, пока я начну пенсию получать, и потом с пенсии начнут у меня высчитывать. Ну, то есть, считают, что можно и через 10 лет возобновить взыскательные мероприятия. Ну, я думаю, вам здесь все понятно. Я единственное хочу напомнить, либо сообщить тем, кто недавно на нашем канале, что у нас есть своя организация. Мы работаем достаточно давно на рынке услуг кредитных юристов. Мы один из крупнейших юридических операторов на территории Российской Федерации. Работаем онлайн. То есть мы обслуживаем все города России без проблем. То есть все, что, скажем так, подлежит исполнению законодательства Российской Федерации, это наша направление, наша сфера, наше поле деятельности. Работаем давно и успешно. У нас есть уже и довольные клиенты, то есть почти 5 лет мы в этой нише и очень хорошо разбираемся в ситуации. У нас есть сайт, на сайте есть видео, где мы рассказываем, как устроена работа кредитных юристов компании «Алям». Это наша компания. Вот. Зайдите на наш сайт, ссылочка есть в описании этого либо любого другого ролика, и вот ссылочка появляется сейчас в правом верхнем углу на наш сайт. Обязательно посмотрите видео на сайте. Вот эта ссылочка. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, репост в соцсетях и перестаньте бояться. Все ваши проблемы, связанные с кредитами, надуманные вами же и навязанные вот такими вот курицами безмозглыми. Не уподобляйтесь этим курицам, живите спокойно. С вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты, компания «Алям». Обязательно посмотрите видео на нашем сайте. Вот наш сайт справа наверху, подсказочка, она кликабельная. Ну или в описании ролика любого на этом канале. До свидания еще раз.